Любопытный и игривый львенок полон сил. Фортису почти 3 месяца, из них 2,5 он жил в квартире. Там маленький лев реабилитировался после лечения. Царек зверей появился на свет в питомнике К9 и в момент рождения повредил лапку. Мама львица пыталась залезать рану. В итоге инфекция распространилась до коленного сустава. Он родился здоровым львенком, он не рахитичный был, у него нормальная мать, ее нормально кормили. То есть не было никаких проблем физических и проблем с развитием, кроме того, что у него травмирована лапа. А вот уже когда развелось воспаление, когда попала инфекция, вот тут надо было действовать уже быстро. Ветеринары разводили руками и готовили к худшему, но сотрудники питомника К9 и зоогалереи вместе нашли выход. Сейчас Фортис прошел курс антибиотиков и постоянных перевязок, а взамен за такое испытание жизнь подарила ему Эльзу. Она маленький лабрадор, но для львенка Эльза целый мир, судьбоносная подруга и самое близкое существо. Эльза, да, она стала проводницей в мир людей, в мир живых, вот у него буквально с первого дня. У него был настолько сильный стресс и от общего состояния инфицирования, и от того, что его забрали от матери. То есть он, конечно, был в жутком стрессе. Получилось так, что теперь львенок без Эльзы жить не может, Эльза без львенка тоже. То есть это не игрушка собака у льва, это его полноценный друг, полноценный партнер. А что будет с Фортисом дальше, когда он подрастет? Ну, себе, конечно, третьего льва искать мы не планировали. Сейчас разговор о том, что он куда-то поедет, не стоит. Он еще маленький, у нас места хватает. А вот уже когда он вырастет, ну, наверное, там уже будем решать проблемы по мере их поступления. Все-таки у нас зоопарк еще не достроен. Вдруг получится достроить. Людмила поделилась. В будущем расстаться с Фортисом не готова. Все-таки это уже их маленький ребенок. А когда животное повзрослеет, ему понадобится протез. И если необходимость станет жизненно важной, то у Фортиса появится 4-я ножка. Но пока это планы. А сегодня маленький лев нуждается в питании. Сейчас Фортису необходимо много заменителя кошачьего молока. В зоогалерее запасов недостаточно. Поэтому каждый желающий может помочь маленькому царю зверей. Дарья Пастушенко, Юрий Рябчиков, АСТВ.